Вкусная, разнообразная и полезная еда должна быть в рационе каждого ребенка. В чебоксарских школах за ее качеством следят специальные комиссии, в составе которых есть родители. В этот раз объектом проверки стала 60-я школа. Ну вот 90 грамм, допустим, тут есть, ведь вот. Вес готовых блюд, технология производства и дегустация под контролем родителей – весь процесс приготовления. Мы попробовали мясное блюдо. Дегустация вкусная. Котлеты горячие, вкусные. Наша проверка показала, что нарушений не выявлено. В новом учебном году стоимость питания в школах Чебоксар возросла на 10 рублей для младших классов и на 16 для старших. Это позволило увеличить порции и разнообразить меню. Очень нравится. На завтрак мне нравится манная каша, а на обед макароны с котлетой и борщ. Специальная комиссия работает неделю и завершит проверку школ 25 сентября. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика.